кусь! Ох, как куснул-то прямо вот под лодкой. Так сразу, кусь! Твою мать! А? Ну, клёв клёвом, как говорится. А обед по расписанию. Сегодня у нас на обед или завтрак огурец. А не проверить ли мне, любит ли рыба огурец? Сейчас вот из огурца сделаем джиговую приманку. Вырезаем вот такой вот клинышек. Подравниваем его. Сейчас вот насажу его вместо воруночки. Ой, не воруночки. Какой воруночки? Воруночку мы тоже любим, но тёгочку мы любим больше. Вместо тёгочки. Тёгочку пока сюда. А наш замечательный огурчик. Да. Вот она, огурцовая джиговая приманка. Сейчас посмотрим. Заброс. О, поклевка на огурец. Да. Ой, придется делать новую огурцовую приманку. Очередная приманка вместо съеденной. На этот раз такой шадик потолще. Клёвка на шадик. Огурец, кстати, отлетел. Он висит на голом крючке. Калек. Огурец улетел в воду. Ну ладно, у меня еще есть в запасе огурцы. Вот такая вот, можно сказать, классическая форма. Такая вот аваруна получилась без хвостика. Хорошая поклевка была. Так, огурца нет. Да, огурец, к сожалению, вещь одноразовая. Но, тем не менее, он ловит. Огурчик кого-то подцепил. Да, пикалек. А внутри огурчика нету? Не, внутри нет огурчика. Давай-ка я тебя освобожу аккуратненько.
колечек. Придется делать снова. На этот раз даже огурец не отвалился. О. Вот так. Все, устал я оригами из огурца делать. Еще вот приманочку вырежу и хватит. О, пусть рыбы едят. Ну вот и все. И нет огурца. Это значит, что эксперимент с огурцом мы заканчиваем. Но он прошел предельно успешно. Значит так, если у вас, мало ли, закончились приманки, рыбы съели все приманки, всю резину съели, но у вас с собой есть огурец, смело берете огурец, нарезаете его по форме рыбок и вполне успешно можете ловить судака или какую-либо другую хищную рыбу. Правда, приманочки одноразовые, но для того, чтобы поймать, этого хватит. Всем пока. С вами был Андрей Санаров.